Здравствуйте, меня зовут Михаил, я занимаюсь техническим обслуживанием и ремонтом отопительного газового оборудования и газовых водонагревателей. Я давно хотел снять видео, но не мог определиться с темой, на которую снимать, и решил оставить это на ваш суд. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели увидеть в данном видео. Техническое обслуживание, ремонт, настройку, пусконаладку, разборку, сборку, промывку какого-либо оборудования. Постараюсь выполнить все ваши просьбы. Сегодняшнее видео мы снимаем в магазине Миргаза, и я хотел бы рассказать о продукции, которая имеется в магазине. Итак, поехали. Хотелось бы сначала заострить внимание на выборе отопительного газового оборудования. Несколько критериев существует для его выбора. Одним из критериев является отапливаемая площадь. Второй критерий – это объем теплоносителя, заполняемого в систему отопления. Также критериями являются технические нормы, требования по установке газового оборудования, к которым относятся наличие вытяжки, наличие окна, наличие приточной вентиляции. Также хотелось бы сказать о кубатуре помещения. К котлам мощностью менее 30 кВт должна подходить котельная общим объемом в районе 7,5 кубических метров. Мощность котлов, в которых превышает 30 кВт и до 60 кВт, у них уже котельная большего объема, она должна быть в районе 13,5 кубических метров. Ну и уже более высокие котлы, у которых мощность будет от 60 до 200, там есть свои определенные технические требования, нормы, но их котельные должны быть не менее 15 кубических метров. Также нужно учитывать наличие приточной вытяжной вентиляции, наличие окна, которое должно быть не менее 0,25 квадратных метра. Вообще, исходя из всех этих норм, требований, существует несколько разновидностей котлов. Как мы сейчас видим сзади меня, это настенные котлы, и существуют также напольные котлы. В выборе настенный или напольный котел, тут нужно более точно разобраться, скажем так, что вам именно нужно. Итак, вот здесь у нас представлены напольные котлы. Их габаритные размеры, конечно, более крупные, чем у настенных, но они более простые по конструкции. В основном все они оснащены итальянскими горелками Евросид. Это сейчас более современная автоматика. Есть, конечно, встречаются еще старые отечественного производства автоматики, но это уже, скажем так, некий идеал автоматики, обеспечивающей и безопасность, и правильное горение котла. Ну, недостаток напольных котлов – это более масштабное место установки, потому что они требуют для себя больше места для обвязки системы отопления и также для установки дополнительных расширительного бака, группы безопасности, насосов. Есть, конечно же, напольные котлы, в которых это уже все присутствует, но это уже немножко другая ценовая категория, это более серьезное оборудование, более серьезные производители. Так, в принципе, по напольным котлам все. Если что-то более глубокое вы хотели бы узнать, пишите в комментариях. Теперь поговорим о настенных котлах. Они обладают более компактными размерами, в них уже присутствует и группа безопасности, и расширительный бак, и насос. Они более просты в монтаже и, скажем так, возможно, этим выигрывают. У нас представлены разные производители: и Bosch, и Baldgas, и Baxi, и Ariston, и Weiland, Wisman, скажем так, и напольных котлов у нас разные фирмы представлены: и Lemax, и также Bosch присутствует, и Proterm, и Eurotherm, и Aton. Скажем так, если что-то вас интересует, пишите в комментариях, расскажем более подробно о данном оборудовании. При вашем желании произведем разборку, сборку, настройку оборудования. Постараемся на месте проверить оборудование, заснять это, показать вам.
На данный момент по настенным котлам в принципе все. Еще хотелось рассказать о том, что одним из критериев выбора газового оборудования является наличие или отсутствие дымохода. Если говорить о настенных котлах, практически все производители выпускают модели и атмосферных котлов, и с принудительным дымоудалением. В напольных котлах больше все-таки присутствуют атмосферные котлы, но некоторые производители, такие как Lemex, Proterm, предусматривают установку турбонасадок, превращение котла из атмосферного в котел с принудительным дымоудалением. Это, конечно же, облегчает монтаж и помогает людям, если вдруг возникла проблема с дымоходом. Также хотелось бы рассказать о водонагревателях. Водонагреватели присутствуют, и у нас в продаже, и вообще нескольких типов. Есть проточные водонагреватели, есть накопительные прямого нагрева, есть накопительные косвенные. Про проточные что можно сказать? Проточные — это более быстрый нагрев, с, наверное, большим расходом газа. Накопительные водонагреватели — это все-таки некий термос, который более медленно нагревает вам вашу санитарную воду, но и дольше ее сохраняет. То бишь и при нагреве, и при сохранении воды присутствует некая экономия. Но здесь, опять же, нужно не забывать о нормах, требованиях по установке. Кто-то может себе позволить поставить накопительный водонагреватель, кто-то не может. Кто-то может поставить себе проточный, кто-то, может только косвенный. Здесь еще нужно знать о том, что... Даже проточные водонагреватели существуют как с атмосферного исполнения, так и турбированного. Вот эти водонагреватели у нас представлены. Не хотелось бы перечислять все-таки большое количество моделей. Это у нас представлены нагреватели именно с атмосферной горелкой, турбированные покажу чуть-чуть позже. Среди них вот у нас висит электробойлер Ariston. Здесь также есть напольные котлы. И вот, кстати, представлена турбонасадочка. Именно для котла Lemex. Вот так. Сейчас мы увидим парапетные котлы. Они устанавливаются, практически на стене и также не требуют дымохода. Здесь у нас более крупное, серьезное оборудование. Это колоночки с принудительным дымоудалением. Здесь все те же напольные котлы, которые я вам уже показывал, и наши настенные котлы. И на этом, наверное, все. Хотелось бы, конечно, как-то заинтересовать людей, чтобы смотрели наш канал, который, я думаю, в будущем будет развиваться. Пока что мы делаем только первое видео. Ставьте лайки, если кому-то что-то понравилось, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, что не понравилось.